даров. Я пришел к состоянию, допустим, что желаю отдавать. Вот что я должен сделать в течение дня сегодня? Ты постарайся выполнить любые формы отдачи внутри десятки и посмотри, насколько тебе это удается. И насколько этим ты зажигаешь своих товарищей к отдаче. И насколько вы вместе можете думать о том, что сила отдачи распространится на все человечество, что все, ну, насколько возможно, так ведь получат вот такую вот форму правильного развития всего человечества. Это наша цель. Если мы не постараемся, то все человечество начнет сейчас заходить в глобальные проблемы. Не там-сям, да, попеременно какие-то проблемы, а глобальные проблемы. То есть... Ну, как это было в Египте, да, там кровь, лягушки, да, вши, все вот эти вещи свалятся на весь мир. И ты увидишь, что то, что происходит у тебя в Европе, произойдет и в Азии, и в Америке, и в Африке, юг, север, Австралия, по всему миру, в конечном счете, мы почувствуем, как вот эта сила зла начинает просто охватывать весь мир.